Утро добрым не бывает. В это время многие из них еще спят. А сегодня пришлось вставать ни свет ни заря. Но у судебных приставов разговор короткий. 5 минут на сборы и в управление на лекцию. Дети – это наше будущее. И выплата алиментов в их пользу – это наиболее как бы важный вклад в их дальнейшее развитие. Поговорить о цветах жизни люди в форме решили не просто так. Впереди День матери. Праздник даже для алиментщиц. Ведь у многих из них не по одному и даже не по два ребенка. У меня же детей 5. На дочку меня лишала мама родительских прав. И вот сына последнего. Дочке уж 18. Вот и копятся долги годами. На столе судебных приставов красные папки через одну. Это значит, что малыши воспитываются в детском доме. Чтобы забрать их обратно, нужно устроиться на работу. Правда, требований к ней порой больше, чем классов образования. Хочется работу попроще и по зарплату побольше. То есть дворником? Дворником никто не хочет идти. Нет работы, есть алименты. Это верный путь в колонию. Ольга Кутищева не платит много лет. Уже и не помнит, сколько у нее детей. Зато о будущем рассуждает философски. Колония поселения пугает. Если так получится, что же сделаешь? Но те, кто уже побывал за решеткой, возвращаться туда не хотят. Софья Кренева уже дважды посидела, подумала. И, наконец, поняла. Мать – это не просто слово. Плохая, наверное. Скорее всего, плохая. А чтобы стать хорошей? Нужно взяться за ум. И найти работу? Да. Напоминать о материнском долге судебные приставы будут целую неделю. Помимо лекций в управлении пройдут и рейды. Сейчас в нашей области почти 1500 мам, которые забыли о своих детях. Светлана Федоренко, Тимофей Астахов, ТВК «Новости».